дядя Толя. Всем привет, ребята. Анекдот. Короче, бабка такая старая, приходит доктор, говорит, доктор, он такой, доктор, вот уже 10 лет я пердю через каждое слово. Доктор такой, доктор, помогите мне, помогите, не могу жить, даже внуки не хотят ко мне ехать, все время пердю, что делать? Доктор такой берет палку, такой идет, говорит, доктор, не надо, я очень боюсь, боль, он говорит, да нет, я форточку открыть. Друзья мои, открывайте форточки, если пукаете. Аккуратно, всем бабушкам здоровья и обязательно подпишитесь на канал.